Всем привет! Как вы думаете, что будем делать? Правильно, жарить рыбу. Я оставила два карася. Не замораживали их. И сейчас буду жарить. Мама уже пожарила. Красавчик. Блин, только взяла икру девочки заморозила. Ну, достала ее. Надо было не замораживать мне. Но это же еще позавчера было. Такая рыбеха. Сейчас ее порежу. Порежем. Так. Ну, голову, наверное, вот так отрежу. Тоже пожарю. А тут можно будет выесть, повыедать. Большими, чи большими кусками, чи на три раза разделить. Ребята, так рубануло, так было больно. Нельзя так делать. Лучше взять топорик и стукнуть молоточком. Она просто вся не поместится на сковородку. А запекать в духовке, Женя говорил, давай в духовке запечем. Я не люблю рыбу, которая, ну, она как вареная получается. Я такую не люблю. Ладно, буду я чикать. Потом включусь. Так, первая партия готова. Прям невозможно удержаться. Аж слюнки бегут, хочется уже рыбы. Я говорю, София, давай есть. Поставила, у меня тут окошко открытое, чтобы немножко остыло. И жарю уже следующую. Рыбы наелись. Девочки, не стала видео есть рыбу, дразнить вас. Было очень вкусно. Так, мы сбегали на почту, забрали посылочку. Сейчас ее вскроем. Подарочки нам Аня тут прислала. Сейчас посмотрим. Интересно вам? Нам тоже интересно, да? Так, мы тут уже одну открыли коробку. Тут нам конфетки я заказала. Я не могла не удержаться. София уже одну съела. Баунти. Баунти. Так. А тут у нас вот это надо было в какую-то коробочку, да, положить. Что? Вот такое. Ой. Ого. Королевские. Королевские тапочки мне прислали. Это те, которые Аня хотела себе, они были размера, а Камилочка ей на ножку все обувала и говорила: мама, вот эти надо, а не те, которые она себе черные купила. Она говорит: мама, тебе понравятся. Красивые. Красивые девочки. Бачила? Боже, какая краса! Бархатные такие. Ой, они такие мягенькие. Теперь же надо красный халат. Или ладно, я буду в черном ходить. И ой, красивые. Правда красивые. Очень. А камни, да, как переливаются? А на видео не видно. Ой, сейчас померяю. Размер хоть мой, что-то они на вид как-то 38-39. Ой, гарни. Буду мерить. София, и тебе. А тебе такие. Ой, красивые тоже. Она переживала. Не, размер, наверное, будет большой. Это большие. Это... 36-37. Не знаю, на вид как 30. Это на тебя, мне кажется. Это тапочки Софийки. Ну, красивые ты тоже. Ты такие не любишь, да? Ну, такие. Носила? Носила. А-а-а. Аня боялась. София у нас такая, говорит, любит все
тебе нейтральные. Да. Тоже красивенькие. Да, спасибо. Так. Дальше. Да, они на меня громадские. Анна. Посмотри, сколько места. Где сколько? Так ты обуй вот. Нормально. Ну так а я как обула? Ну не, чтоб пяточка висела. Ну, вот. И ну. Смотри, сзади пустота. Отличные. У меня точно так? Нет. Да. Нет. Немного так. Так, я вернулась. Ты меня там отвлекли немножко. Так. Это я заказывала себе. У Анечки попросила. Ну, это не подарок, это я купила себе. Купила девочке масло для волос. Мне Аня в пробниках давала. Оно очень классное. Такое, видно вам? И она говорит, буду делать заказ. Я говорю, мне закажи обязательно это масло. Потому что она говорит, бери в пробниках, ну, чуть дешевле, чем в этом. Я говорю, понимаешь, я разрезала тот пробничек, это же масло. Где-то он упал, оно пролилось. Я говорю, не надо. Я говорю, давай мне во флаконе, как положено. Пусть дороговато, но его надо там капелюшечку. Аня делила вот этот пакетик одноразовый. На сколько она говорила раз? На 5 раз. Представляете, он там капелюшечку, кончики волос помазать и все. Вот такой, девочки. Вот такой, хотите сказать, шампунь. Вот такое вот масло для волос. Оно очень классное. Еще у нее есть флюиды. Надо и флюиды себе такие заказать. Так, это мы достали. Дальше. Это я себе заказала тыквенное масло, потому что свое масло, которое я пила льняное, я его уже допила, закончилось. Но мне буду пить тыквенное. Девочки, кому надо масло? Вам свеженькое, если вам надо, не в магазине, которое стоит. Вот заказали, вам отжали, 2-3 дня осадочек осел и вам отправляют. Пишите Ане, заказывайте масло свежее. Любое, какое вы хотите, вам сделают. Тыквенное, льняное, конопляное, еще там какое-то, кунжутное масло. Так что я буду пить тыквенное. Гарбузова олия. Вот 0,5 бутылочка. Спасибо, Анютка. Так, это маме. Для мамы судоку. Как раз 27-го по их родителям повезем там сумки. Там у Ани в комментариях читала, написали, не бабушки, а дедушки. Это для дедушки. Нет, девочки, это для бабушки. Дедушка у нас любит филворды, а бабушка судоку кроссворды разгадывать. Так что дедушка нет. Это именно для бабушки. Для дедушки филворды. Так, и тут Анютка нам набросала, а тут что, таких нету конфет? Да, не знаю. Какие-то конфеты, ну, как вот тут видите, в коробке, а она именно отдельно вот брауни. Там, мне кажется, они такие были у нас или не были? И мне кажется, что где-то были. А ну, поищи в коробке. В общем, она мне на пробу передала конфеты брауни. Сейчас попробуем. Не, нету. Нету? Mm-mm. Хотя мне как-то попадались. Может, он... Не, мама, не было нам таких. Давай напополам. Малыш, открыла, вкусно. Сейчас попробуем, тапочки померим. Ой, тапочки красивые, дефото. Королевские. Вкусные? Да-да. Брауни. Сейчас я вам ближе, девчонки, покажу. Внутри с орехом. Надо было разрезать, да, Нэна? Внутри 2 орешка. Это очень вкусно. Угу. Я руки не помыла, коробки трогала. Ладно. Напоминает печенье брауни. Угу. У тебя тоже что на глазике. Угу. Печенье брауни, вот это как шоколадное. Оно внутри как и есть, как печенька. И внутри 2 ореха. М-м-м.
вкусно. Угу. Вот так выглядит обвертка. Два вот таких орешка. Вкусная. Угу. Внутри такое, вот видите, орехи я уже слопала. Микуська на меня смотрит, тоже облизывается. Эти волосенки попали в рот. Скажи всем привет. Да, они конфеты очень вкусные. Вкусные? У нас с тех конфет, что брали, вот это осталось половинка какая-то. Я фини. Угу. Тут вкус еще какой-то, да? Шоколад. Еще какой-то. В общем, конфет взяли. Я конфеты у Ани тоже покупаю. И вот это покупаю. Алия. Алия классная, девчонки. Девочки. У Ани в инстаграме страница Вов. И там все для волос. Шампуни, маски, бальзамы. Очень хорошая серия. Я на нее всегда, жалко мне было потратиться, но после пробников, когда я попробовала, обалденная. Так, возвращаемся к королевским тапочкам. Сейчас я фонарь включу. Ой, хотела вам показать, как переливаются камни, но камера этого не передает. Но они сверкают, да? Смотри как. А в камере нет такого вау-эффекта. Красивый, Дотя, спасибо тебе огромное. Она говорит, ты в них влюбишься. Конечно, влюблюсь. Так, померяем. Тапочки. Ой, боже, я как краса. Какие они приятные. Девчонки. Класс, Микуська. Ну, это так, с душа вышел. Жалко. Нельзя жалеть. Надо каждый день все самое лучшее для себя. Красивые девочки. Топульки вообще. Да? Микуська. У них только скользко, что мне ходить. Эти пушинки такие скользкие. Классные. Ой, красивые. Мики, не вздумай с ними играть. Это ж королевские тапочки, только для королев. Да, можешь понюхать. Понюхать разрешаю. Но не телепать, нет. Красивые, красивые, красивые. Спасибо, Дотя. София говорит, твои намного лучше. Я говорю, ну, Софийка, ну, не было твоего размера. Аня даже себе такие не купила. Анечка даже себе такие не взяла. Ну, понюхай, понюхай. Только на зуб не трогай. Микуся, не чуди! Три кокоса накидали. Три кокоса? Ой, кокос люблю. Я говорю, в следующий раз закажу коробку Баунти. Достань мне кокос. Я кокос обожаю. Угу. Так, Ники, тапочки. Тапочки забрать. Тапочки забрать. А, Лянь, в этой упаковке кокосы и ананас, а кокосы и мой любимый... Софи, ну тут всегда по две конфетки. Я тебе не за это говорю. Здесь, в этой, кокос и клубника, а в этой кокос и ананас. А вот. Это обычный кокос. А, вот видишь, три уже кокоса попалось, да? Есть. Полуныти кокос я нашла. Тебе нравится? Угу. Тут обычно, как всегда, да? Нового ничего не подкинули. Это новое. Вот это новое, да. Это как называется? Курага? Да, я же сейчас... Это вот была и... курага. А, именно такой не было. Была вот такая курага. А-а-а. Смотри, вот новая. С ананасом не было. Угу. Ну, это чернослив. Мне нравится вообще. Вот это вкусно, девочки. Кто брауни обожает, печенье. Вам понравится. Я люблю кокос. И нравится клубника, кокос, да? Угу. Дай мне чуть-чуть укусить. А, я пробовала. Не надо. Не хочу.
Вкусно. Вкусно. А я знаю, что сегодня хотела. Mm-mm. Но время уже было поздно. Магазин закрылся. Сейчас прожую и скажу. Что ты могла хотеть? Я это люблю. Мы это не пробовали. Нам в магазине предлагали. Так быстро жую, чтобы сказать. И конфетой не насладилась. Мы когда были в Лучано, там в коробках такая коробочка была. И там продавался такой творожный кекс. Вот тут олень. В форме оленя, да? Праздничная, в праздничной коробке такой. Она говорит, на Рождество можно кому-то подарить. Она говорит, он такой, говорит, вкусный. Ну, я что-то как-то в то время не хотела. Сегодня вот что-то за него думаю. Вот хочется мне вот такого творожного. Она еще говорит, продавец. А ты его как захотела? Ну да, поздно уже. Она говорит, а вы пробовали у нас пасхи творожные? Я говорю, нет. Ну, это куличи или как они там называются. Она говорит, вот такой же самый вкус, говорит, у нас разбирали. Я говорю, о, значит, на следующий год будем у вас покупать. Она говорит, все вот этот куличи эти брали. И вот этого оленя творожный такой, а красивый. Что это было, Микки, да. Она, он лежит, бухтит там. Но я потом себя успокоила, что придет посылка, и там будут конфеты. И все, и успокоилась. Так, все, а я тут собираю маме посылку. Собираю календари, ручки, весы, риска, малина, маккофе, чай, скотч. Я тут складываю, чтобы потом ничего не забыть. Еще рыбу. Микуська, судоку надо еще бабушке добавить. Судоку. Собираем. Аня, Софии тоже понравились тапочки, сказала, красивые. Спасибо, Дудь. Сейчас тебе позвоню и поблагодарю. А я тогда с вами попрощаюсь. Буду мужа кормить, рыбка жареная. И меня кормить. И тебя кормить буду. Хорошо, буду вас кормить. Вы конфет наелись? Я есть не хочу просто. Я ж поела хорошо рыбки. Все тогда. Все, обнимаю всех. Всем пока-пока.